Всем привет, ребят! С вами Император Prime. Ребят, в общем, такое маленькое видео. Смотрите сразу на таймер. Решил поиграть в столкновение. Ну, как знаете, что столкновение жестко напрягает карту, и стримить ее, в принципе, не могу. Очень тяжело. А без этого, как бы так. Думаю, Андрюшку Зайцева покачаю. Ну, командира, да? Бля, что нахер происходит, да? Смотрите, короче. Пол, короче, блин, первого дня. Видно, да? Короче, такая херобора. Сижу я, жду. Активировал 24 часа прем. Смотрите, два буста ускорителей включил. Думаю, ну сейчас, типа, дам жару, типа, все дела. Короче, вот сюда так перемещу, там, наверное, камера не видно. Пишет тут вроде там 7 минут, охреневаю. 9 минут, да? Уже скоро 10. Короче, думаю, ладно. Вроде проснулся там туда-сюда, еще, в принципе, не ел ни хрена, не завтракал. Ну, думаю, ладно. Короче, цирк. Цирк, смотрите, пошел, короче, забабахал себе похавать что-нибудь там, да? Сарделечки там сейчас, помидорчик, всякая хрень. И вот пока вот это шла загрузка, нормально, да? Я себе, короче, приготовил все, достал с холодильника, нарезал салат, блин, разогрел. Твою мать, сок, короче, приготовил. Прям, блядь, этот, реклама, да, дары Кубани. Короче, сок приготовил. Пришел и сижу как долбоеб. Пиздец, и что мне делать, я думаю. 10 минут, 11 минута пошла. Сука, хоть съем хотя бы, я не знаю. Это средь бела дня, а? Я просто реально не мог не поделиться. Это трешак. Такой, наверное, маленький троллинг. Но, блин, день. Алло, день. Я понимаю, что день, но... Где там школота, где там этот, короче, кто-нибудь там, я не знаю. Какой-нибудь онлайн. Кусакин, где Кусакин, что он там не воюет, ёлки-палки. Список друзей. Бля, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек, короче, играет. Шесть человек. Бля... Ой, бля, я в шоке. Смотрите, это просто пиздец. Там еще контакт клацает, не обращайте внимания. Потому что видосик мимолетный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пацаны, короче, скажите, 11 минут средь бела дня. То есть я, короче, думаю, сейчас, наверное, пойти этот, блядь, знаете, короче, камеру оттащить на кухню. И, наверное, этот, приготовить там борщ, короче, или супец какой-нибудь. Пиздец, почти 12 минут, короче, а, я запустила. Вот, вот оно, пошло. 12 минут, то есть, в перерывах, короче, можно готовить, жрать, реально. То есть, запущу, короче, на кухне стрим, отдельный монитор поставлю и будем загружать армату в бой. И я буду, короче, готовить что-нибудь. Поэтому при этом мы будем совмещать полезное, короче, с приятным, да. Буду херачить, там, картофанчик чистить, миско там, блядь, что-то там делать. То есть буду, короче, готовить. Вот, и пока загрузка идет. То есть у меня времени, по-моему, вот так вот, вагон. Ну, то, такой, как вы смотрите на такие стримы, а? Чтобы, короче, и готовить, и ждать загрузку, когда ты в бой зайдешь. Вот, блядь, разработчики, вы этот, нормально, да? Нормально чухаетесь, нормально. Я, в принципе, тоже, да. Ну вот скажите, что это такое по 12 минут, а? Понятно, что там это все скажут. Да нормально, нормально. Будний день просто сегодня. Что там? Сегодня у нас что? Среда у нас сегодня. Типа нормально, ну а что там это? То есть надо ждать вечера, короче. А ночью, ну, то есть надо, короче, ловить моменты, когда надо поймать.
То есть, ага, в 6 заканчивают работать, то есть где-то в игру заходить в 7-8 и играть часов до 10, максимум 3 часа, потому что уже в 10-11, наверное, никого не будет. Потому что все спать и завтра, то есть или выходных ждать. Ну, короче, вот такая вот хренота, пацаны. Почти 12 минут. Спасибо, я поем. Всем спасибо, ставим комменты. Пока, с вами был Император Прайм. В рот компот, короче, все. Давай, пока.